Людмила Павловна Калугина – известный петербургский скульптор, мэтр художественной академии имени Штиглица. В этом году она отметила 80-летний юбилей. Профессиональная карьера Людмилы Павловны длится уже более полувека. Памятник Николаю Рериху – одна из важнейших работ мастера. Этот памятник имеет большую значимость не только для меня, а и для многих людей, которые интересуются самим Николаем Константиновичем Рерихом, его деятельностью, его работами, его философскими трудами и вообще всем тем огромным трудом, который он совершил на протяжении своей жизни. Скульптура авторства Людмилы Калугиной долгое время хранилась в Международном центре музея имени Николая Рериха в Москве, но теперь была отправлена на малую родину великого художника. Коллеги Людмилы Павловны по Академии Штиглица убеждены, что работа обладает высочайшей художественной ценностью. Сильно впечатление было от скульптуры. Почему? Потому что автор передал все те качества и черты чисто человеческие, как у Рериха было, философа и художника. Она почувствовала это все и передала через себя. Скульптура высотой в 2,5 метра сделана из гипса. Людмила Павловна изобразила Рериха стоящим у мольберта с палитрой в руке в процессе создания новой картины. Художник обращен на зрителя, но его положение в пространстве указывает на то, что уже через секунду он вернется к написанию работы. Важность мероприятия неоценима не только для центра Извара, но и для Волосовского района. Он долгое время проживал за границей и так и не вернулся на родную землю. И вот памятник, который сегодня мы открыли, можно сказать, возвращение его на родную землю. И все, кто знает этого художника, кто его любит, понимают это значимое событие. В Изваре 15 надеются, что в будущем скульптура станет моделью для уличного монумента Николаю Рериху. Культурный центр, открытый в 2018 году фанатами творчества Рериха, расположен всего в минуте ходьбы от родовой усадьбы художника. Когда мы получили согласие общественного музея Рерихов на передачу их очень ценного экспоната из Московского музея к нам в центр, одна фраза, которую очень любил говорить Николай Константинович – радость. Это самая настоящая радость, потому что это бесценный экспонат, его видели тысячи и тысячи людей, не только россиян, а вообще со всего мира. Николай Рерих – выдающийся русский художник, работавший в жанре мифологической и религиозной живописи. В течение жизни он создал порядка 7 тысяч картин. Родовая усадьба – одно из ключевых мест в жизни Рериха. Живописец вспоминал: «Все особенное, все милое и памятное связано с летними месяцами в Изваре». Матвей Макаров, Александр Крючков, Лен ТВ-24, Волосовский район.